Кстати, так, попробуем запустить игру Assassin's Creed Pirates на моем бюджетном планшете PS2. Посмотрим, как он справится с этой задачей. Обычно нужно загружать эту игру сразу же после перезагрузки планшета. Не всегда запускается, посмотрим. Может, сейчас получится. Быстренько заходим в игру. Ну, как видите, с третьего раза. Аллилуйя. Нажимаем play. Первую миссию мы уже прошли. Графика, конечно, не очень, но хорошо хоть запустилась. Можно разглядеть волны. Очень красиво и реалистично. Тут диалоги. Кому интересно, может их читать. Управление тут увеличивает скорость. Управляешь кораблем. Прямо как настоящий моряк. Ну или вот такой вид, как тебе удобно.
Опять ролик. Нужно пробраться незамеченным. Черт нас заметили. Ура, мы прошли. Теперь нужно разрушить эти два корабля. Плывем к ним. Ну и вот. В принципе, тот геймплей, который нас интересует. Мы их должны поразить нашими пушками. А для начала мы должны от них смотаться. Вправо-влево. Ну а теперь стрелять. Выбираем, куда целиться. Попали. Теперь снова ускользаем. Отлично. И пытаемся утопить вот этот. Вот так. Молодцы. Попали. Как видите, ничего сложного. На этот раз не долетели снаряды. Вот мы получили в награду корабль. Сейчас можем его посмотреть. Вот он, красавец. Намного мощнее нашего предыдущего. И поплыли за следующим. Можно уменьшать. Уплыть.
разглядеть. Графика или на корабле не очень. Ну, мне планшет сам слабый, поэтому это понятно. Вот и наш враг. Постараемся лизнуть. Отлично. Получай выражение. Отлично, прямо в него. Черт, промахнулся по оружию. Попали в нас, конечно. Ничего, есть еще шанс. Отлично. Огонь, взрыв, и мы победили. Что может быть приятнее победы? Плывем со своей добычей. Ну вот как бы и все. Думаю, вам понравилось и будет интересно играть в эту игру. Она полностью стоит своих денег, так что покупайте, не раздумывайте. Ну и планшеты покупайте получше, чем у меня. Спасибо за внимание и до скорых встреч.